Tervetuloa mun olohuoneeseen. Tää on Marinon kartano ja tää on aivan häkellyttävä paikka. Ja teidän on nähtävä tää, koska tää on jotain tajunnan räjäyttävän kaunista ja vaikuttavaa. Mennään. Marinon kartanon parvekkeella nauttimassa upeasta konsertista aatelishengessä, mikä sopii paikalle erinomaisesti. Wow, check this out. Представление об усадьбе, оно с детства было. И оно очень романтичное, таинственное. У меня вообще оригинальная скрипка 1713 года. Wow. Näin ensimmäinen vilkaisu Marino Kartanon englantilaiseen puistoon. Me ollaan nytten Marinon kartanon mailla. Tässä on aivan älyttömän upea puisto. Englantilainen puisto, joka on myöskin ihan valtava. Tämän omistajina on ollut äärimmäisen rikkaat ja kuuluisat venäläiset aateliset perheet, Stroganoffit ja Galitsinit, jotka on muun muassa perustanut, sanotaanko, noin 600 kaupunkia Siperian maille. Tämä on aivan älyttömän upea paikka. А вот Оля, которая Игорю помогает. 200 лет усадьбе Марино. 200-летний Маринон картано. Венея Коткан. В Арьялуксес. А он царский, эти львы, они в Финляндии есть. Вау. Siellä on царин valta edustavat leijonat. Tämä on vain pikkuosa. Tämä on toinen pää tästä pääkartanosta. Huhhuh. Wow, livy. Täällä joku kahvila lähellä. Tämä on ihan älyttömän upea paikka. Siis mä oon ihan älikällä lyöty. Офигенное место. Привет. Воды здесь офигенно. Да, очень красиво. Ага. Лучше меня, я знаю. Садитесь сюда. Eli jos ette ole maistanut kylmän borsia, niin suositellaan, se on aika hyvää. Ja restaurointityö jatkuu. Hommaa riittää. Kunnostaminen entiseen loistoonsa on näköjään aikaa vievä. Stroganoffit ja Galitsinit oli sotakomentajia. Ne oli koulutettuja diplomaatteja ja Venäjän keisariperheen hyviä ystäviä. Tänä päivänä tää on niinku valtava ja valtavan kaunis puisto täällä kartanon mailla. Tää puisto on täynnä arkkitehtuurisia kauneuksia. Elikkä nyt päästään kuvaamaan tämän paikan omistajaa, haltijaa. Ja on jännä kuulla hänen tarinansa, miten tämä työ on saanut alkunsa ja mistä on oikeastaan kyse. Tämän Marinon kartanon omistaa eräs henkilö, joka osti tämän silloin, kun se oli mahdollista. Se oli mahdollista. Ja niin, nykyään se ei ole enää mahdollista, mutta tämä henkilö oli ehtinyt ostaa tämän alueen, kunnostanut sen, tehnyt siitä muun muassa hotellin ja me päästään juttelemaan hänen kanssaan. Сделают очень красивый фото. Сюда не надо? Они не наши эти. Сюда. Вау, check this out. По нему видно, что он второй. Павел первый.
вот мой дедушка. Копия просто моего дедушки. Нет. Здесь сколько надо прибираться, сколько надо всего делать, чтобы каждую вот эту штучку всю промыть, прочистить, все зеркала, вот это все. Представление об усадьбе, оно с детства было, и оно очень романтичное, таинственное, и хотелось бы это вот как бы сохранить. То есть не только, чтобы у меня были такие впечатления, а чтобы у людей, которые сюда приезжают, могли понять, как жили раньше, как можно жить, и красоту эту всю сохраненную, и чтобы этим можно было еще пользоваться. Такого народа, как я, достаточно в России много. Я состою в ассоциации исторических усадеб. У нас там больше 50 человек, у которых есть в собственности усадьбы. И коллектив наш растет, интересантов таких много. Но проблема вся в том, что у нашего государства нет четких правил, как можно заниматься этим. Невозможно купить, невозможно оформить земли, невозможно много препон. И только особо одаренные, особо как бы не боящиеся этого, берутся за такое дело. Но вот коллектив растет. И именно открывают усадьбы для как музеи, как какие-то центры культуры, как гостиницы, как вот фермерские хозяйства. Ты делаешь, и это вот приносит удовольствие от того, что ты видишь, что происходит, что получается, и ты видишь, что это радует еще и других людей, и ты делаешь какое-то полезное дело, которое может остаться еще, да? Ну да, теперь это моя жизнь. Я счастлива, что так все сложилось. Но на сегодняшний день хотим сохранить, и, может быть, этим примером дать еще кому-то мысль, что можно это сделать так, что не обязательно Макдональдс и Америка, а может быть что-то здесь у нас есть хорошее, чем можно гордиться, что можно сохранять, передавать дальше. Вообще Русь очень богатая страна, и надо болеть за это, и заботиться об этом, и беречь как можно больше, и вкладывать в нее, тогда это будет хорошо всем и полезно. А у вас есть самая любимая комната на усадьбе? Это, наверное, где я живу, потому что я все время что-нибудь мастерю. Я живу в мастерской. Вот это самая любимая комната. А потом я в этих комнатах не так бываю часто. Так пронеслась, посмотрела. Сколько людей все это делают? Вы знаете, у нас две общества. Сколько? Две. Они же стирают белье. И как с его я? Убирают. Tämä on aivan häkellyttävä paikka. Mä oon ihan sanoton, kun tää on niin vaikuttava paikka tää, missä me nyt ollaan. Älytön määrä taideteoksia, veistoksia. Tää on niin vierailemisen arvoinen paikka jokaiselle, joka on täällä suunnalla matkustamassa. Meillä on menossa tässä säästykset, jossa kohta meillä on upea konsertti ihan varmasti täällä. Nyt saadaan siis oma kaunis konsertti. Upealla kartanon, mikä tää on, parvekkeella. Let's go. Yeah.
kartanon parvekkeella nauttimassa upeasta konsertista aatelishengessä, mikä sopii paikalle erinomaisesti. Еще особенностью вот нашего исполнения является то, что мы играем на инструментах эпохи. То есть это инструменты образца конца 18-го, начала 19 века. Это траверс флейта. Видите, в отличие от современной металлической, это деревянный инструмент. Я сразу полностью заметил. Без клапанов. Да? То есть это вот именно так звучала здесь музыка в начале 19 века. Это вот барочная виолончель с жильными струнами. Да? Вот видите, нет шпиля, барочный струнодержатель, барочный смычок. И у меня вообще оригинальная скрипка 1713 года. Wow. С жильными струнами. Вот барочный смычок. Так что вот таким образом мы исполняем, что называется, в аутентичном звучании, в аутентичном месте. Так что вот как бы такой аутентизм в квадрате. Soitetaan autenttisilla instrumenteilla autenttista sen ajan musiikkia, milloin tämä on ollut, elämä on ollut huipussaan. Mikään ei voitu tätä tunnelmaa. Aivan upea keli, upea. Tämä on kuin aikakoneella olisi menty historiassa reilu parisataa vuotta taaksepäin. Thank you.